царская водка. Это смесь концентрированных кислот, одной части азотной кислоты с тремя частями соляной. Прозрачная, бесцветная, быстро желтеющая жидкость с запахом хлора, обладающая настолько сильными окислительными свойствами, что в ней растворяются благородные металлы – золото и платина. Способность этой смеси растворять золото была известна уже алхимикам, которые называли ее королевской водкой. Такая окислительная активность царской водки объясняется выделением свободного хлора в реакции двух кислот. Щепкин Михаил Семенович родился в 1788, умер в 1863 году. Великий русский актер, яркий представитель реализма в русском сценическом искусстве. Родился в Курской губернии в семье крепостного. С юности выступал в спектаклях, которые устраивались в уездном училище в Судже. В 1805 году дебютировал в профессиональном театре в Курске. Затем с другой труппой играл в южных городах – Харькове, Полтаве и других. Все это время Щепкин оставался крепостным. Только в 1821 году, будучи известным актером, он получил вольную при участии декабриста Сергея Григорьевича Волконского. В 1823 году Щепкин вступил в труппу театра, получившего в 1824 название «Малого театра». В своем творчестве Михаил Семенович поднимал острые социальные проблемы, показывал жизненную правду. И это сближало его с передовыми общественными кругами. Михаил Семенович Щепкин встречался с Пушкиным, Гоголем, Тургеневым. Глубокой жизненной достоверностью отличался созданный им образ Городничего в комедии «Ревизор». Играя Фамусова в «Горе от ума», Щепкин создал образ типичного представителя чиновной бюрократии. Другая сторона творчества Щепкина связана с воссозданием на сцене образов людей из народа. Традиции реализма, заложенные актером, сыграли большую роль в практике малого театра, за которым упрочилось название «Дом Щепкина». Единорог. Нарвал – млекопитающее семейство дельфиновых, подотряда зубатых китов. Длина тела взрослых животных – 4-6 метров, вес до 1 тонны. Окраска желтоватая, с темными пятнами на боках и спине. Спинного плавника нет. У самцов, очень редко и у самок, в левой верхней челюсти развивается бивень до 3 метров длиной. Отсюда и название «единорог». Распространен единорог только в арктическом бассейне. Изредка заходит в субарктическую зону. Живет среди льдов, питается рыбой и моллюсками. Очень редкое животное. Забрало. Передняя часть шлема, прикрывающая лицо от ударов холодного оружия противника. Забрало скреплялось со шлемом наглухо или было подвижным. Вместо забрала древнерусские шлемы имели узкую металлическую пластинку – нос, а древнерусские шишаки – кольчужную сетку, спускавшуюся с головы на лицо и плечи.